Рассада лилейника гибридного Flower Basket позволит украсить садовые клумбы и объекты потрясающими цветами, крупными махровыми с розовато-оранжевыми лепестками. Сорт пригоден для выращивания на срезку и озеленения городских парков. Несмотря на то, что период цветения отдельного цветка длится не более суток, из-за их большого количества создается впечатление, что этот процесс непрерывен. Чтобы вырастить рассаду лилейника гибридного Flower Basket, найдите защищенное от ветра и хорошо освещенное место с плодородной землей. Уход за растением заключается в периодических поливах. Лилейник гибридный Flower Basket — это травянистый высотой 60-65 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка светло-оранжевая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 22-27 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.